Александра Урсуляк – российская актриса театра и кино. Найдя равновесие между сценой и камерой, она создала идеальный баланс для успешной самореализации в артистической среде. Поклонники успели оценить галерею ярких, колоритных ролей, созданных знаменитостью за время карьеры на экране и на театральной сцене. Женщина не боится экспериментировать, представать перед зрителями в образах и деревенских простушек, и дам-аристократок. Александра родилась 4 февраля 1983 года в Москве. Ее национальность формировали русские и азербайджанские корни. Саша росла в творческой семье родителей режиссер Сергей Урсуляк и актриса Галина Надерли. Они не стремились с раннего детства приобщать дочь к миру театра и кино и воспитывали ее как обычного ребенка. Когда Саша еще была дошкольницей, родители развелись вскоре. В новой семье отца родилась ее единокровная сестра Дарья Урсуляк, которая тоже стала актрисой кино и театра. Александра окончила школу-студию МХАТ. На театральной сцене дебютировала на первом курсе вуза. Она поставила отрывок из трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», сыграв роль главной героини. Дебют Урсуляк кино состоялся в 2003 году. Сразу после окончания школы-студии МХАТ ей было предложено роль Ларисы, дочери начальника вокзала, многосерийной ленте «Вокзал», которую снимал молодой режиссер Андрей Кавун на Минской киностудии. Также актриса запомнилась благодаря таким картинам, как «Дурная кровь», «День Д», «Женщины на грани», «Время первых», «Ненастья», «Тихий Дон», «Гранд», «Небеса подождут», «Пингвины моей мамы», «Против всех» и многие другие. Александру считают одной из самых ярких звезд российского театра и кино. От родителей актрисе досталась привлекательная внешность, которую она умело подчеркивает, выходя на красные дорожки. При этом интервью знаменитость признавалась, что в обычной жизни она неузнаваема, что позволяет ей свободно ездить в общественном транспорте. Сейчас актриса не скрывает личную жизнь от прессы и поклонников, но и не выставляет ее на показ. Урсуляк ведет аккаунт в Инстаграме, где выкладывает повседневные семейные фото с будущим мужем Александром Голубевым, тоже актером, известным по картинам «Бумер 2», «Курсант» и «Охота на пирани». Саша познакомилась на съемках многосерийной мелодрамы «Полный вперед», знакомство быстро переросло в роман. Через год Урсуляк и Голубев сыграли свадьбу. В 2006-м у пары появилась дочь Анна, а через 2 года родилась вторая дочь Анастасия. Дети не уберегли родителей от расставания. Вскоре после рождения младшей дочери брак распался. Причиной называют неверность Голубева, у которого вспыхнул новый роман на съемках сериала «Последние римляне на Мальте». Бывшие супруги не прервали общение. Александр видится с дочерьми. На премьеру фильма «Время первых» в 2017-м актриса пришла в свободном платье, что сразу породило слухи о том, что она беременна. Пресса назвала и вероятного претендента на роль отца – музыканта Андрея Розендента, которого не раз видели с артисткой, избранник звезды экрана. Младший ее на 6 лет, по профессии скрипач, но у него тоже есть актерский опыт. Он снялся в фильме Владимира Машкова «Папа» в августе 2017-го. Александра стала матерью в 3-й раз. Она родила сына, которого назвали Владимиром в честь ее дедушки. Сейчас Александра Урсуляк продолжает сниматься в кино и сериалах. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.